con los terroristas. А, Данила. Итак, всем еще раз привет. У нас сейчас будет полуфинал второго сезона Сокер Лиги. Экта Пауэр против Куньо, который только что одолел Транзистора 4-0. Экта Пауэр Куньо, 1-2 финала. Смотрим прямо сейчас, не переключайтесь. Погнали. Что же будет? У нас, если в турнире брать, Экта Пауэр, по-моему, второе место занимает, Куньо четвертое. Кто же окажется сильнее в этот раз? Узнаем. Ну, через так, час. Так, лужи, точно, блядь, лужи. Куньо, ты не против, если я поставлю смерч на один? Браток, нет, спасибо, не против. Браток, я стартую. Спасибо, что вы оба с нами на связи. Спасибо, что живой. Да. Так, стрим идет. У кого там на фоне играет? Годором, что они играют, или какая-то такая хуйня? Чё там, стрим идет? Да идиот, всё, погнали. Идиот, нормально всё. Куньо, ты не встанешь сегодня? Так, Экта Пауэр идет, бьет и забивает. Боту 1-0. Куми отвечает, но промазывает. Черт. Промазывает. Промазал. Вот это уже интересно. Но нет. Но боже, на воротах. Блять. Мимо! Лошарочка. Лошарочка. Кто контру играет? До сих пор до 4 побед еще или уже до 5? Да, до 4. До 4. Тут удавитель молчит, за кого же он болеет? Непонятно. Поэтому Куньо сравнивает счет. Да, поэтому, наверное, мне кажется, давитель упал. Мне кажется, давитель дрыхнет уже. Куньо, слишком близко. Куньо, слушай нормальных людей. А не центр. Блять, у меня сейчас флаг будет. Забивает. Чё? Змейку делает и забивает. Блять, сейчас, сука, сбил меня. Так. Жозе Мауриньо. Блять, у меня вот в том моменте лайк был, миднафин плох и... Лайк кто-то поставил. Слишком мало лагов, не стопи я лучше. Лайки, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Что тут такое было сейчас? Ух ты! Так, Экта Пауэр, Пауэр идет. Бровь длинная. Удар! Добивание! Прошибание! Но угловой! Угловой, как напряженно. Где ночь? Пенальти. На, фак, не надо было ходить. Бот справляется с этим сложнейшим просто ударом.
Так, оп, словил, смотри-ка, успеет Лекто Пауэр забить. И успевает, 2-2. Счет против Манолии. 2-2, и идеально просто. Назвал Нино лучшим игроком среди всех. Почему сейчас Монголия начинает? Таков выбор Лекто Пауэра. Это сбалансированная команда. Ну, он привык в мини-батлах Монголии против Англии играть. Привычка. И прополняет. Удар под перекладину приносит очко в очко вратаря. Так, Пуньо чем ответит? Пуньо легче сейчас. Легче, определенно легче. Отыгрываться слева. Всегда легче. Слева. Да, конечно. Что там засосало его, походу? А нет, он выпрыгивает своей выпрыжкой. Я, кстати, долго учился спрыгивать с мяча. Да, это искусство. Непостижимое. Просто Куньо нарывается. Нарывается. Или это не Куньо? Где, да, же раньше был? Где же, так, где так, же раньше были учебники дебютка? Нет. Потеряйся. Это Пауэр пытается обойти всех и вся вообще. Даже лужи ему не помеха. Надо в следующий раз больше луж ставить. Потому что... Нет. Потому что добивание может быть. Но в итоге... В итоге бот, самый расторопный бот оказался бот. Контратака. Куньо. Идет и под перекладину забивает. 3-3, ребята. Это эпик. Да сучка, блядь. Трипи фейл. Да, ну-ка еще одна атака, это опасно. И такой же удар, да, блядь, приносит Куньо, 4-й гол. Так, еще может быть разочек. А, вот здесь, да. Мне срослось чуть-чуть. Это Пауэр вратарем выходит и да ошибается. Сука, ошибается. Ну нельзя, так играть нельзя. В этом случае 5-3. Ну, Куньо больше. Так, ну Лекто Пауэр предпринимает контратаку. Да, подкидывание зло. Подкидывание это зло. И всего лишь угла. Да, Куньо разыгрался просто. Да, разыгрался на транзисторе. Только на транзисторе, на мини-батле еще. И да. Ну, да так, сука, там, надо было вверх, блядь. Лекто Пауэр-то мини-батл-то небось не играл. Так, еще один угловой. Что в итоге херня, полная херня, ребят. И кто же подхватит мяч первым? Лекто Пауэр. А уже не Лекто Пауэр, давай. Хотя бы так, но тут Куньо не стал переключаться и правильно сделал. В итоге Куньо выигрывает первый матч. Это Пауэр свапнул. Продолжаем дальше. Второй матч. Это Пауэр славится своими быстрыми свапами. Да. Нет, заметили, он очень быстро свапнул. Я свапнул и сразу так. Он еще не успевает поговорить, я свапнул, он уже свапает. Так, ну сейчас Куньо первый. Кого же он выберет? Да, кого же он выберет? Куньо выбирает. Куньо выбирает. Давайте не будем подсказывать. Если ты Куньо. Давайте не будем подсказывать. Давайте не будем подсказывать. Германию выберет. Что хочет, то тогда... и Германия. Тогда Евразию, континент. Но... Евразия. Что хочешь, что хочешь. Хорошо. Я хотел спросить. Вот все просто, когда друг друга знают, игроки, проблем вообще никаких нет, какую погоду там брать и так далее. Без всяких там... А что ты хотел спросить, так у него... Лучше поставьте, обязательно ставьте. Ну, Лекто Пауэр хочет спросить, не против ли он, что я поставлю сперчить на минимум. Минимум движения, максимум фантазии. Чувствую, нет, уже есть, все нормально. И Лекто Пауэр врывается в штрафную зону, точнее.
Угловой. Аут! Я аж порезался. Ты так орёшь. Ты чего кричишь? Ну так, матч полуфинальный, вы что? Разблудил меня. Заблудился ты, да? Я тебя разблудил. Да. И какой хороший гол! Это Пауэр все-таки добивает своей цели. Чем Куню ответит? Куню он несется в дальнюю даль. Ну, в итоге? Сука. Так. И, я полагаю, окс-удар, отлично. Куню вовремя переключился. Так, вниз. Ну, я не знаю. Можно было бы и вверх. Да, сука, бот ебаный. Зуко, это наш спонсор. Обратили внимание, что вообще ни одного супера, вообще ни одного. Абсолютно в этом тайме ни одного супера, блин. Вот сука, когда блядь. Один-один. Это гол, значит. Придумай себе гол. И мы дадим за это награду. Да блядский бот, блядь, пиздец. Вот если бы не бот, там бы был гол. Если бы я не угадал. Капец, как чё он вверх А не нажал? Вверх А не нажал, сузумобот. Дурень! Просто! Ты зачем усы сбрил, дурик? Да-да-да. Щеня. Так, подлавливает! Это Пауэр подлавливает! Это вам не Йокстер! Ну-ка, чем у нас лось у нас идет? Куню ответит, я полагаю... будет удар пасом, но в итоге удар по перекладину бесполезный в этом случае. И выносит секта Пауэр в аут. И выносит меня. Один два пока секта Пауэр ведет. Меняемся сторонами. Как же само. Блять. Тебе. Нет, мимо. Косит Куню. Ох, косит. Какой косой. У нас такой шанс был. Да, был шанс. Явный шанс. По попке. Секта Пауэру еще раз. Блять, ну сука, ну жизнь. 2-2. Нет, тут не просто будет четвертьфинал. Играют лучшие. Полуфинал. Да, пардон. Полуфинал, естественно. Полуфинал, Ромарио говорит, мы ему поверим, да. Перекладина, всё. Немцы. Блядь, они точные, мой. Они пунктуальные. Ла-л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 а. Фашистский гимн. Люфтваффе. Ох. Роман Иванович, сядьте, пожалуйста. Так, Куньо, филигранно. How much is the fish? Тоже фашистский гимн. Фристайлер. Куньо филигранно может делать пробежки туда-сюда. И гол! Просто! Это просто внезапно! Кто его знает, в какую сторону побегит? И он побегал просто назад, вперед, назад. Ну это гол, ребята, 3-3. Хотя почему-то ближе не подошел к Пауэру. Да это вообще непонятно, ну пофиг вообще. Свободная дорога. Чё, вверх случайно тыкнул? Повезло секта Пауэру в этом
случае так. Вообще ни одного. Вообще ни одного супера я что-то не припомню в этом матче. Может быть, вы припомните. Потому что это не новички играют. Потому что это не новички. Да. Но. Ну как бы. Факт. Факт. Штанга, сука! Штанга! Шпанга. Да сука, блядь, еще остановил. Так у него пропрыжку делает, но что дальше? А вот что, циркус секта Пауэра. Что он предпримет? Да, но вот вих, вихухор. А вот и первый супер, ребята! Первый супер. Но в итоге хрень. Да, ребята, такой футбол нам не нужен. Нам нужны голы, ребята, быстрые давайте. Быстрые удары и четкие проходы. Да. О, какой хороший удар, и в итоге... Да, блядь, еле справился. Или как отбил. Да, да. Лос уже давно длится. Так, у него времени мало. Пенальти! Второй номер начинает, второй номер. Всегда он начинает. Закатится, закатится. Отлично. Блядь. Ну, это хрень, это хрень. А кто какой? Изменил меня? Да, сука. Правильно, это Пауэр первый, второй сейчас. Так, я даже не могу сказать, да кто какой. Сейчас второй, Куньо первый. Куньо белый. Да, блядь, ёбаный лаг, пиздец! Так Куньо белый. Пиздец. Да. Ну, у меня ж лаг был вообще, ебать. Лаг. Так, 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 так. Ох, нихрена себе! По-моему, ни одного эктопауэра не попал под перекладину. Да, блять, у меня лаг был, вот этот, блядь, пиздец, и меня он сбил. Пять раз? Один раз. Ну, как говорится, один раз мне... Да он у меня один раз был, сука, блядь, как говорится, один раз мне эктопауэр, да. Эй, Куньо, затаскивает, затаскивает эктопауэра, Куньо затаскивает. Пенальти, кто свапает? Фаворит до 4 побед? Да. До 4, да. Фаворит летит. Ну, мне свапнуть, пока что? Я свапну. Ну свапну тогда ты. Фаворит всё. Летит? А у него тоже фаворит, если что? Нет. А кто там? Фаворит летит. Куда фаворит летит? Основного чемпионата, что это пара по мощнее. Да. Подождите, кто первый сейчас? Я кто первый выбирает. Всё, я четыре. Это первый убирает Пауэр. Ну, молнию на разочек Куньо можно и... Ставь, ставь, и... Ну вот, и, ребята... И смерч на разочек и... Ставь, все. Ребята вообще договариваются без проблем, я это уважаю. И Аргентина, ну Аргентина, ну не знаю, нафига вы Аргентину взяли? Чем, мы не выбирали. Тем интереснее. А, не, не убирают. А, был мяч. Чтобы скучно не было. Куньо обезмячивает. Как-то Пауэра. И в итоге все вообще полетели. Сука, я второй. За молнией. Так, 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 так. Смерч тут, молния, подкидывание, зло, ну блин, вообще. Все испортили Куньо, весь театр испортил. Ау! Первый, да? Так, это первый тайм идет. Мне показалось, он сказал, что я второй. Эктопауэр первый, Куньо второй сейчас. Ох, вот это вообще нежданчик. Это в стиле Кубы. Да, именно, именно. Куба-буба. Что дает молния? Маячик. Мне кажется, многовато молнии стало. Многовато, да. Да блять, сука, а чё он сразу-то? Если вы следите за новостями, я сделал новый ролик, где изменил вероятность молнии. Она поменьше стала. Но это в следующем сезоне только. И бегит, 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 пришитый глаз! Сам себе пас! Ща бегу, да! Блять, сука, далеко!
Пенальти. Ну почему, да ёлка? Это была перекладина, в любом случае. Да я знаю. Блять, ты, сука, не разбежался. Циркус Куньо. Пробивает, но не супер, правда. Почти, почти. Дальнейшный дорог. Так, аут сразу же вышибает Секта Павер. Что в итоге? Атака. Атака просто. Отлично, молния. Отлично, молния. А ты думаешь, что я взял? Потому что я победитель молнии. Секта Павер специально взял молнию. На зло Куньо кунул. О, перехватывал. Так, то... это чё за гол такой, блядь? Ёбаный говно, блядь, сука, не по центру стоял. Не по центру. Стоял по центру. Конечно, не по центру. Удар шёл не по центру. А вот это опасно, бот же на перехвате. Блядь, ёбаный бот. Да, это опасно такое дело. Стремительно сокращается разрыв. Да, это порой придется попотеть во втором тайме. Да пиздец, блядь, ебаный бот. Ну это мне в начале бот помог, ему в конце. Легче будет играть Куньо. Ну, это пауры надо отыгрывать, отыгрывать. Шанс неплохой был. Сейчас реализуют преимущество. Блин, он был наоборот вперед. Счет может стать уже 3-0. Или 2-1. Забивает. Так-то Пауэр возвращает он себе преимущество. Надо выигрывать, так-то Пауэр абсолютно. В целом, я думаю, что нам всем похуй уже, с какой стороны играть. И кто Пауэр, и Куньо, и мне, не знаю, давить или со стороны. Ну, только разводка. В начале тайма и все. Ох, я еблан, рискует, сука. Рискует так-то Пауэр. Не умея рискует. И в итоге получает. О, зацепил. Ой, блядь. Зацепил, но не ожидал, что зацепит. И получается, что удар сделал. Так. Пиздец, блядь, куда? Ну что поделать? Давай, кто Пауэр, мы тебе верим. Минута еще остается. Да ёб твою налево. Но это зло. Подкидывание это зло. Да я ж, блядь, не хотел подкидывать. Конечно, не хотел. Опускать надо кнопки в нужное время. Так, но да, так... боту ударит. Бот-то знает, он все знает. Смотреть надо учебник Килибска. Конечно надо. Ну, вроде Копор смотрел. Я думаю, он единственный, кто смотрел. Не, ну, кто умеет играть... тем да и не нужно их смотреть. Да пиздец, блять, вообще не пруха, блять. И блядь. В итоге под перекладину стандартный удар, ничего особенного, абсолютно. Не рискует Куньо, а вот так-то Пауэр... Соберись, тряпка. Более как-то агрессивно. Да ёбка. Есть еще Куньо, могу ты говорить. Соберись, тряпка, выигрывай еще больше. Соберись, как-то Пауэр, рассеянный отсюда. Опа, зацепил. Да ёпта, я вверх-вверх нажимал, сука! Так. А ты и не должен был жать вверх-вверх, просто надо было... А, вот молния, под молния! Ну давай, молния! Давай! Сейчас забьёт, ну правда, мяч хреновенький, но можно. Можно успеть, давай. Можно. Да пиздец, блядь. Ну молния. Так, бот, всё-таки ударил и забил, блядь! Бот. Можешь теоретически забить, не надо расслабляться, но в итоге чуть-чуть не хватило. Я слабно, один. 3-0. Так, надо. 3-0. Как-то мемори в трёх матчах этого матча. Выбирай. Чё?
трех играх этого матча Куньо зарабатывал преимущество на... тогда, когда он был слева. Слева всегда играть проще, это я говорил. Всегда и продолжаю. Хуяли. Справа играть сложнее. Поэтому, если вы слева, пользуйтесь этим по максимуму. Ну, просто привычно тем, кто слева играет. Какая разница? Сколько лет уже, какая разница? Да всё, ставь, что хочешь. Да ставь, что хочешь, я тебе говорю. Спасибо, ну давай, это Power, теперь 4 победы подряд сможешь. Да, настоящий друг, Али. Большие. Синьал. А вот не берут всяких там Бразилию, там вот Камерун, вот не берут. А что потом значит профи? Мемори играет. Мексику не берут. А мы уже сыграли, Мемори победил. Угу. Я тебе вырежу, перебью, как доказательство своей пользы. Понял? Да, ё. Да, блядь, ну что за хуйня, ну знал же, сука, блядь. И главное, бот такой тупорез. Ты ему жми тоже что-нибудь. Бота. Да, блядь, сука, назад пас давал, блядь. Да. Опа! Вот, вот чуть-чуть ступил, мне тоже кажется. Мог бы и отбить. У Сенегала плохой голкипер. Вот этот по умолчанию. Он тупит постоянно. Он пропускает простые мячи. Хрень, хрень. Ну блин! О, ступил Куньо. Ух ты. Куньо не ступил, просто Эктопауэр. Тут Эктопауэр вообще далековато бьет, надо ближе их бить. Ну сейчас Куньо помешал своему голкиперу. Наверное, не знаю. Пропустить бол? Пропусти его сам. Да, я не знаю, может ее тот бы не взял. Блять. Чё я творю? Чё я творю? Да су. Бил бы на огонь и все. Ну ладно. Это тоже перекладина была, скорее всего. Опа, папа, папа, папа. Блядские боты нахуй, я просто плакаю. Ну нахуй, выходите, штрафные. Да я не выходил, это бот сам вышел. Да блядь. Давай, добивай, добивай. Сам бы никогда не вышел. Под перекладину надо было. Да я думал, Куньо сменится. Да нахрен. Вот так вот надо, да, было пиздец делать. Тупой бот, еблан, козел вонючий. О, шалаги охуенные. Уважаю. Куньо тоже решил выбить. Да! Ну опять ты выходишь из ряда. Да выходишь. Я ебал! Почему у меня боты никогда, блядь, нахуй подножки не делают, блядь? Да сука, заебись. На ботов. Я, по-моему, вратарь охуенный. Сука, игрок хуёвый. На самом деле, наоборот, ты вот в штрафной все время ошибался. Да это боты, я вообще не понимаю, как они то отбивают, то не отбивают. Надо себя рассчитывать, не надо. Четыре два пока в этом матче Куньо ведет. Да. Давай, соберись, тряп. Да, тут преимущество. Сука. Давай, быстрее бегай, Куньо, видишь, собрался тоже на последний матч. Вот это хватит, да-да. Да как ты угадываешь вечно? Так вот. Да, блядь, пиздец. Да я ебал, тупой бот! Просто рядом с мячом пробежал, ты вообще пиздец, блядь.
Такая хуйня, блять. Не доверяй боту. Я вообще в ахуе, блять. Надо сделать умный бот. Так, 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 выбрался как-то повар из этой гущи событий. Полоса невезения кончилась, давай, минута 20 у тебя есть. Да, хватит. Ну опять далековато ты бьешь, надо ближе подходить. Я не знаю, что он делает. Я тоже не понимаю, надо ближе такие бить. Блять, пизда мне не везет, да я ебал. Против человека может быть, но против компа ближе надо. Да, полная хуйня. Да. Даже супер не ударил, козел ебучий. Дафу в руки ловил. Ах ты. Да мне что-то на ботов сегодня вообще не везет. Тут не надо на ботов рассчитывать вообще на что-либо. Но Хуба же рассчитывает и... Ну Хуба это и Хуба. И выигрывает как-то. Проебил. А что он выигрывает? Он Эктопауэра даже не прошел. Со второй попытки даже не прошел. Понимаешь, даже Эктопауэра не прошел. Да. Вот именно. Да не, ну тут Куня лучше сыграл. Так он же ты играл хоть... бесхитростно, просто доходил и бил самым эффектным ударом особо. А я как играл, бля, хитростно? А, не, ну ты рассчитывал на, не знаю, на богов, на каких-то. Я не рассчитывал на богов, я просто говорю по факту. Ну и бить надо как-то ближе все-таки. 3-7. На боку потом. 4-0 я проебал. Признаю. Ничего мне не мешало, Куню выиграл честно. Да, абсолютно, точно. Мафута мемори давай. И первый финалист у нас известен. Это Куню. Это Куню, он будет в нижней сетке. Завтра меня, скорее всего, не будет, так что не знаю. Может быть, все-таки Мемори Мафута сыграют сегодня? Липецк, у меня 2 часа ночи. Ну, у транзистора было 4 часа. Так, а кого ебет? Меня. Браток, ты что, не будь девчонкой, играй, мужчина. Блять, пока мы играли, 100 сообщений в тейку написали. О, одни хохлы, блядь, даже не хочу считать. Да они заебали, ты что? Итак, пока вы думаете, я закончу этот стрим, вы подумайте, и через 3 минуты мне скажете. Terrorista!